Алло? Алексей Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. Не, Юрий, да, вот я представляю службу безопасности компании «Росденьги». Помните такую компанию, Алексей Владимирович? Ну, может, и помню. А что за компания? А вы у нас займ брали, Алексей Владимирович. А, я до сих пор не отдал. Помните? Да. Угу. Ужас. Ну, я смотрю, это вы не переживаете. Да, а должен переживать? Ну, вы должны оплатить. Вы, я понимаю, что вы хорошо знаете свои права. У вас же есть обязанности, правильно? Правильно. Договор. Правильно, вы договор подписали. Ну, правильно. Как могут. Это все отношения наши с вами регламентируются гражданским кодексом. А что вот в этом кодексе написано по поводу того, если я все-таки не исполняю условия договора? Где написано? В гражданском кодексе? Ну, вообще, где-нибудь. В каком-нибудь нормативно-правовом акте или в договоре, или еще где-то. Нет, вы можете, кстати, это все прописано в договоре. Это в договоре в нашем с вами прописано. Мы имеем право воспользоваться в сессии и имеем право передать договор третьим лицам. Вы подписали договор, соответственно, вы согласны со всеми, ознакомлены. Так, а еще что там написано по этому поводу? Кроме вот третьих лиц, коллекторов? Ликбез, Алексей Владимирович, юридический ликбез, я, к сожалению, это стоит денег проводить. Нет, ликбез не нужен. Просто я говорю, что что вы еще можете теоретически сделать? Передать дело коллекторам там по договору цессии. Да, продать договор. Продать договор. И третий пунктик там еще есть, да. Помните? Ну, какой? Значит, не помните. Ну, всякие споры где решаются? Между лицами. В суде вы имеете в виду? Совершенно верно. Поэтому у вас три пути. А вы знаете? Да. А вы просто сами не скажите сейчас, прям по телефону не скажите. Вы не отказываетесь оплачивать, что ли? Или что у вас? Ну, конечно же, нет. Да, с работой заморочили. Ну, что произошло? Смотрите, я вам могу... Кризис. Смотрите, вы выбрали 5, послушайте, вы выбрали 5, за должность 24 900. Я лично, с своей стороны, что для вас могу сделать? Я могу вам скостить отсюда процентов 10 саму сумму задолженности, раз, могу вам приостановить начисление процентов 2, и могу вам сумму задолженности полностью целиком реструктуризировать на несколько месяцев. Каким образом? Смотрите, подходите в отдел продаж, где вы брали 5 000, приходите вас просто. Переносите такой займ, то есть ту сумму, которую вы брали, 5 000. Пишите там 2 заявления. Я с своей стороны электронные письма в отдел продаж скину, чтобы вам разрешили ее сделать. Я пишу, что у клиента сложная финансовая ситуация, проблемы в семье, все. Они послушаются. Оплачиваете 5 000, пишите заявление на пресновку процентов. Процент мы вам замораживаем. Остается у вас задолженность 19 900. Из нее я могу брать, ну, давайте примерно 1 900, останется 18. 18 тысяч мы вам можем поделить на 4 месяца ровными долями, либо, ну, как вам будет удобнее. Можете по 5, можете по ровными долями. 18 тысяч получается по 4 500 в месяц. Вот таким вот образом. А ваш филиал есть во Владивостоке? Ну, можно. Одну секунду. Я, к сожалению, не во Владивостоке нахожусь, очень бы мечтал вот так побывать. Но... Ну, я не про море имею в виду, а про... Место обитания, жительства. Я понимаю. Я вас понял. Расскажу вам. Да, конечно, есть 2 офиса. Есть на улице Пихтовой, дом 4А, и есть на улице Оливудской, дом 2А. Ой, это далеко. Я на второй речке живу. Ну, в смысле, улица Матологическая. Ой, как далеко. Прям другой конец города. Ну, это не проблема. Проблема. Это не проблема. А в Хабаровске сейчас не бываете, да? Нет, не бываю. Не бываете. Ну, вот смотрите, завтра суббота, послезавтра воскресенье, выходные дни. Давайте мне скидывать просто электронное письмо продажницам, девушкам, чтобы приняли вас заявление. Или вы все равно не подойдете? Девушка-продажница? Прикольно звучит. Продажницам, которые, да, продают услуги наши. Прикольно, девушка продает. Я вот к ним приду и скажу, дайте мне девушку-продажницу. Интересно, как они отреагируют. Ну, а вы не знаете. Хорошо, есть другое название продажницы. Продаваны есть, что называют. Продаваны? Ну, продаваны это пацаны, наверное, больше. Да. А вот девчонки-продажницы. Слушайте, мне нравится это слово. Без разницы. Ой, вы меня спросите, я еще столько слов знаю, у меня 2 высших образования. Ну, одно юридическое, а второе экономическое, скорее всего. Нет, вы ошибаетесь. Обычно, когда звонари звонят, они говорят, у нас 2 образования, одно экономическое, второе юридическое. Нет, филологическое. Ну вот вы отличаетесь.
от всех остальных. Да, спасибо. Вот, ну денег нет, в любом случае. Как бы вы ни скашивали, ну, конечно, хорошо, что вы там скостили, заморозите, скостите и так далее. Вот, на работе заморочки с бабосиками. Не платят? Да, да, да. Ну как, платят, ну так. Так. Как могут. Вот такие дела. Поэтому ждем. В том числе и у вас место работы тоже осталось? У вас тот груз или вы уже давно оттуда ушли? Нет, 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 я матологом старшим работаю. Кем работаете старшим? Матолог, матолог. А это кто, простите? Ну, это IP-телефония, там, передовые технологии и так далее. А, вот так. Угу. Это айтишник, что ли? Почти. Ну, тем более, господи, с такой специальностью проблемы найти, не проблема найти работу, что в Хабаровске, что в Владивостоке с зарплатой 120 тысяч вообще не сложно. Да, или какой-нибудь банк сломать, да? Только я вам не говорил, у вас не пишутся разговоры, зачем? Я надеюсь. Зачем? Перестаньте. Перестаньте. Ну, мы с вами вообще, на самом деле, вы же понимаете, что изначально мы с вами разговариваем о сумме в 5 тысяч рублей, которую вы взяли на 17 дней по 2%. Ну да, а потом как понеслась. Да, в том-то дело, что два взрослых человека, которым за 30, разговаривают о сумме, ну, которая, ну, это просто, это даже не фельетон. Это даже не фельетон. Это не фельетон. Это, знаете, да. Да-да-да. Что это? Это не фельетон, это называется кризис. Как? Кризис. Да. Это как кризис, только с буквой «ы» посерединке. Угу. Это еще сильнее кризиса. Кризис – это вообще страшная штука. Кризис? Угу. Ну, это, наверное, в укропе разговаривают так. Я не знаю, как там разговаривают. Алексей Владимирович, хорошо, давайте вернемся к нашим. Когда примерно хотя бы у вас? Я не знаю, я говорю, у нас это самое, ждем, когда в график заработная плата моя встанет. Ну, собственно, я и все мои. Когда в график заработная плата моя встанет. Организация? Когда в график встанет заработная плата. Угу. Зарплата. Примерно хотя бы это будет. Хрен его знает. Через неделю хотя бы, через две. Не, ну это. Не, вот, через неделю-то это не будет. Поймите. Ну, кстати, я вот так сейчас напишу в комментарии. Клиент сказал мне, хрен его знает. Ну да, так и напишите, в принципе, я не против. Нет, нет, нет. Ну это вы что? Мы же с вами в правом государстве живем. Ну, а слово хрен это какое-то ругательное, что ли? Есть заменитель слова хрен. Это ругательное. Исключено оно из лексикона, запрещено и пользуется. Нет, я думаю, вы заблуждаетесь, потому что все-таки это, как минимум, это растение. Если я скажу, да, одуванчик его знает, когда будет зарплата, это то же самое. Угу. Какого хора, да, еще можно сказать, какого хора? Ну, или художник, да-да-да-да-да. Поэтому да, вряд ли это слово исключено. Художника. Вот. А кто там как понял это слово, ну, их проблемы. Ну, вот так, поэтому я жду, как ну, и, соответственно, банк. Ну, не банк, а вот эта конторка, как ее зовут-то уже забыл. А еще где-то закредитованы? Да, еще где-то есть, там, русский стандарт, еще мозг чпокает. Угу. Закредитованы по полной программе. Так, проживаете в Владивостоке, да? Да, 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 на матологической. Хорошо, давайте договорились. До связи. Да, да, ждем. Следующей неделе. Угу. Да. Успехов. Хорошо.